Здравствуйте, уважаемые садоводы! Приветствую вас на канале «Про цветок». Я Светлана Сотникова, ландшафтный дизайнер и растениевод. Вы часто спрашиваете, просите рассказать о растении, которое называете фундук. Хочу сразу внести ясность, что само растение называется лещина большая. Не удивляйтесь, да-да-да, лещина – это то растение, которое в том числе растет и у нас в лесу, лесной орех. Фундук – это название применимо к плодам, к сортовым плодам, которые мы используем в пищу. Почему-то лесные мы называем орехи, а то, что мы купили в магазине, в принципе, то же самое мы называем фундук. Пусть так и будет. Очень часто это название переносится и на само растение. Меня спрашивают саженцы фундука. Хотя на самом деле саженцы лещины большой, конечно. Что следует знать об этом растении? Растение цветет очень рано, опыляется, соответственно, ветром. Поэтому для того, чтобы вы могли собирать плоды со своей лещины, вам следует посадить как минимум два растения, для того, чтобы они могли между собой перекрестно опыляться. Одинокое растение плодоносить не будет. Если у вас достаточно много места, вы можете посадить целую живую изгородь, которая заодно своими широкими листьями защитит ваш участок от ветра и пыли. Если места совсем-совсем мало, вы можете посадить два разных растения, ну, вплоть до того, что даже в одну лунку. Но главное, что их должно быть не меньше, чем два. Лещина используется и как плодовое растение, то есть для получения ореха фундук. И часто используется как декоративное растение. Как декоративное мы очень ценим пурпурную форму, то есть лещину с красными бордовыми листьями. Хочу сказать, что вот это тоже пурпурная лещина. Но сейчас осень, и вы видите, что лист ее такой буро-зеленый. То есть она уже готовится к листопаду. Дело в том, что пурпурная форма, даже самая яркая, очень хорошо держит свой цвет максимум до августа. Она наиболее яркая в первой половине лета. И если вы где-то видите фотографии, мы сейчас тоже показываем вам фотографию этого растения. Вы должны помнить, обязательно помнить, что фотография – это момент. Это зафиксированный момент жизни растения или человека. А растение, оно ведь изменяется в течение всего года. Оно разное весной, летом, осенью и зимой, соответственно. И если вы видите на фотографии пурпурные бордовые листья, это не значит, что оно всегда такое. Это значит, что оно такое в своем лучшем виде, в своей лучшей форме. А зимой оно вообще без листьев. А осенью оно вот такое вот темно-зеленое. Но зато, посмотрите, уже на кусте сформировались сережки. И когда листочки опадут, ветки не будут настолько уже голыми. Они будут с красивыми-красивыми сережками. Это мужские цветочки, которые распустятся в следующем году. То есть само по себе дерево даже в зимний период будет отличаться от других, будет оригинальным и своеобразным. Так как же вырастить такое растение на своем участке? Вы меня всегда спрашиваете про морозостойкость. Так вот, в лесу лесной орех растет. Если в вашем лесу, в вашем климате, в вашем районе есть в лесах такое дерево, значит, это растение сможет расти на вашем садовом участке. Гибридные формы с особо крупными плодами, они немножечко более капризны и более прихотливы. Поэтому чаще всего сортовые лещины продают в привитом виде. Они более теплолюбивы. Вы смело можете выращивать их в южных регионах и с высокой долей уверенности в средней полосе. Для севера подойдут только природные формы.
То есть это лещина, выращенная из семян, в том числе декоративная лещина пурпурная или простая зеленая лещина, которую можно, в общем-то, даже можно взять в лесу. Но тут есть один маленький нюанс. Это растение очень-очень любит кушать. И если вы хорошо покормите его органикой, то плоды будут не мелкие, такие как в лесу, а очень весьма даже смогут конкурировать по своему размеру с теми сортовыми, которые продаются в магазине. Кормите, подкармливайте ее хорошенечко органическими удобрениями. Не забывайте про минеральное удобрение и микроэлементы. И тогда вы будете иметь даже самые обыкновенные лещины очень крупные хорошие плоды. Расскажу вам еще про один способ, как увеличить размер плодов. В принципе, у любой лещины. Лещину нужно правильно формировать. Если растение у вас привитое, конечно, следите за тем, чтобы ниже прививки не шла дикая поросль. Это понятно, что за привитым растением нужен особый уход. Но если растение у вас растет на своих собственных корнях, то это кустарник. Это большой, крупный, высокий, но кустарник, а не дерево. И даже если лещина вырастает до 6 метров в высоту, и ствол ее один или несколько могут быть толщиной в руку, а потом впоследствии даже и в ногу толщиной могут быть стволы, то это все равно куст. И он будет пытаться давать много побегов, в том числе и молодых, новых молодых побегов каждый год. Так вот, оставляйте своему кусту побегов не больше 4 или 5. А все остальные, соответственно, позже появляющиеся, просто вырезайте. То есть пускай это будет дерево, с одним, двумя, тремя или максимум там четырьмя, пятью стволами. Все остальные побеги вырезайте. И тогда плоды у вас будут на самом деле крупные. Если же вас больше интересует количество, а не размер, тогда позволяйте ему расти естественным образом. Чем больше веток, тем больше плодов. Покажу вам еще одну декоративную форму, очень известную и популярную, с закрученными веточками, лещина тортуоза. Это растение в нашем климате растет только в привитом виде. И в южных регионах оно может расти на своих корнях. А даже в белорусском климате немножечко подмерзает. Но со временем привыкает и тоже может быть украшением вашего сада. Давайте на него посмотрим. Вот такая лещина сорта тортуоза. Обратите внимание, какие закрученные у нее веточки. У меня форма зеленая, также существует форма пурпурная. Они довольно капризны и, в принципе, летом смотрятся за счет того, что очень много листьев, листья закрученные, тоже не очень привлекательно. Но какое потрясающее это растение зимой, когда листьев нет и только закрученные ветки, ажурная крона. Это украшение сада именно в зимний период. Если вы приезжаете на дачу весной и уезжаете осенью, вы можете не увидеть. Но если вы живете в доме круглый год, то это лучше, чем это растение. Сложно себе что-то представить. Интереснее, чем это растение. Поэтому обратите внимание, пожалуйста, на такие оригинальные сорта. Конечно, отслеживать появление дикой поросли придется, потому что растение привитое. Но это уже маленький нюанс. Что ж, красота требует жертв. А я благодарю вас за внимание. До новых встреч!